Вопрос о велосипедной жизни. Какой же город в мире считается самым велосипедным? Конечно же, это Амстердам. И исходя из этого, можно предположить, что жители Амстердама лучше всего разбираются в велосипедах для повседневной городской езды. И что же мы здесь видим? Смотрите на это прекрасное скопление гревелов, циклокроссов, шоссейных велосипедов, велосипедов для даунхилла и прочих суперспортивных дисциплин. Вот. Так что нахуй все это ваше городское дерьмо, ездите на нормальных велосипедах.